у нас пошли 80-ки, блядь. А это вот, блядь, моторно-трансмиссионное отделение, блядь. Оно тоже, блядь, 200, блядь. Когда его поднимают, надо там летает, блядь. У нас солдатик одного придавило, нахуй, голова слетела. И за лесом кого-то, блядь, а штангу не поставил. Хуяк обратно ушла, блядь, на голову. Если это АБ, вот это новый оплот. Ну то есть катки. На наших один катки. Ну это российский или украинский там? Это хохлятки, блядь. Хохлятки, да? Конечно. Вот она, 164, блядь. У нас нету таких. У нас катки. Так, один опорный каток, блядь. 172, блядь, у нас, ну как основной танк тактический. 180-ка, просто катки обрезинены. А у них, видите, блядь, как у немцев верхние. Это только единственное, блядь, вот. Ну как, блядь, в общем-то, отличие, блядь. А пушка такая же, 125-мм. Не подвезли хохлы. Да, вот они помнят. А вон с той стороны осталось это хуйня. Вот, видишь? Стоять. Ага. Это, блядь, оплот, блядь, вот он. Не снятые, блядь. Там, видно, рвануло они. А то, что, а, не знаю, броню здесь, да? Ну это же, да, это на весна броня. А здесь, блядь, тоже у них вот они усиленные сделаны. Раньше на 64-х такого не было. Ну это просто листы брони, да. Или она активна в плане, она еще взрывается? Нет, это просто листы. Ну они же придумали лобовую, блядь, броню. Потому что мы в этом на 64-й, когда я лейтенант служил, мы наваривали листы, блядь, как типа, 10 сантиметров дополнительно, потому что считалось. А мы, блядь, пошли другим путем, блядь, в России. У нас сейчас идут композиционная броня. То есть передний лист, блядь, тут смысл в чем заключается, блядь. Тут берешь гвоздь, блядь, и молотком можно забить, потому что первый лист, он вязкий, блядь. Угу. Потом идут, блядь, там пенопласт, шарики какие-то. То есть для чего? Для подкалиберного боеприпаса. Активная броня, она спасает. От чего? Только от кумулятивной гранаты, хотя сделали, блядь, сейчас тандемной частью. Сначала бьет, блядь, это, потом вторая, блядь, хуячит вовнутрь, блядь. А композиционная броня, блядь, она заключается в том, что, блядь, есть такое сопротивление материала, да? Когда, блядь, металлический сердечник бьет вольфрамовый, блядь, он сначала вязкая, блядь, потом, блядь, вообще легкая, потом еще сильнее, блядь, да, блядь? Потом жесткий лист, блядь, и он в результате, блядь, внутри, блядь, у него напряженность, он просто рассыпается, блядь, до конца не доходит.